Приветствую, друзья! На сегодняшний день все больше и больше людей узнают про ICO, блокчейн и самые различные токены. Но проблема в том, что большему количеству людей эта область еще совсем неизвестна и даже непонятна. Поэтому сегодня мы поговорим о платформе, которая призвана решить эту проблему. SafeDroid – это первая немецкая компания, создавшая программное обеспечение для оптимизации использования ваших криптовалютных сбережений. SafeDroid ведет разработку самообучаемого искусственного интеллекта, который предоставит пользователям возможность приобретать и продавать криптовалюту на наиболее выгодных условиях, а также приводить автоматическую аналитику и инвестирование в выгодные проекты и портфели. Также стоит выделить, что у пользователя не будет необходимости в использовании сторонних бирж для обмена криптовалют, и все это можно осуществить в рамках проекта максимально быстро и просто. Платформа SafeDroid даже поможет вам спланировать бюджет, подскажет, как грамотно инвестировать средства, чтобы добиться желаемой цели в поставленные сроки. Приложение, которое предлагает нам команда, создает превосходные возможности криптоинвестирования, такие как портфели, фьючерсы и ICO, без каких-либо технологических барьеров. Таким образом, для человека, далекого от мира криптовалют, приложение сможет упростить процесс криптосбережения и инвестирования. Также это будет удобно для опытных пользователей, так как будут доступны самые различные планы криптосбережения. ICO проекта. Сейчас идет основная продажа токенов SVD, так что вы можете весьма удачно инвестировать. Продажа продлится до 9 марта 2018 года или до достижения максимального размера привлекаемого капитала. Обратите внимание, что на предварительной вот продаже только токены SVD были распроданы всего за несколько часов, что говорит о высокой оценке проекта инвесторами. Я считаю, что большим плюсом является то, что компания работает на рынке уже с 2015 года. Они успели запустить свое приложение, кстати, доступное для скачивания на Google Play и App Store, которое на этом моменте было скачано уже более 200 тысяч раз. То есть компания предлагает нам инвестировать в уже рабочий продукт по токенам. Токен называется SVD. Старт основного сейла начался 9 февраля 2018 года. 100 SVD токенов можно будет купить за 1 евро. Всего создано токенов 10 миллиардов. Токены для продажи будет 6 миллиардов. Непроданные токены будут уничтожены. Стоит поддержать данный проект, потому что команда SafeDroid абсолютно и абсолютно все ее работники трудятся на благо компании и всегда готовы помочь в любом вопросе. Они всегда на связи и не пропадают из виду. Ведь на текущий момент, когда мы говорим про ICO проекты, данный факт весьма важен. Все прототипы, сделанные командой разработчиков SafeDroid, есть в открытом доступе. Уже сейчас вы можете ознакомиться и опробовать данную систему. SafeDroid участвует во всевозможных крипто, блокчейн форумах и заключает серьезные контракты. Благодарю за внимание, друзья. Всем всего доброго. До свидания.